Здравствуйте, уважаемые рукодельницы. Предлагаю вашему вниманию вот такой ажурный узор. Очень симпатично смотрится. В составе два ряда. Также на базе этого узора вот такая тесьма. Нижняя часть, вот у нее сделана так вот гусеничка, здесь такие переходы в виде дуг. А верхняя часть просто сделана так же, как вот край. Так что есть какой вариант выбрать. Вязание полотна. Начнем с набора дугами. 2 воздушные петли. Дальше 3 воздушные петли. И на этих 3 петлях мы делаем столбик с одним накидом. Это вот дуга. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом. Вторая дуга. Здесь мы вначале сделали 2 воздушные петли для оформления края. Дальше 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом. А мы наберем 2 раппорта для узора. И таких дуг нам надо 9 штук. Так, 9 дуг. В конце 2 воздушные петли. И теперь переходим к первому ряду. 3 воздушные петли для подъема. И теперь на первой дуге мы делаем веер, состоящий из 3 столбиков с одним накидом. Далее воздушная петля и еще 3 столбика с одним накидом. То есть всего 6 столбиков с одним накидом и посередине воздушная петля. Воздушная петля и еще 3 столбика. Далее одну дугу пропускаем. И теперь 2 воздушные петли и столбик с 2 накидами. Одна воздушная петля и еще один столбик с 2 накидами на том же основании. То есть получается 2 столбика с 2 накидами, разделенные 1 воздушной петлей. Далее 2 воздушные петли. Пропускаем еще одну дугу и делаем следующий веер, такой же, как мы делали. 3 столбика с одним накидом. Воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Далее 2 воздушные петли и одну дугу пропускаем и делаем 2 столбика с 2 накидами и между ними воздушная петля. Две воздушные петли. И на крайней дуге веер 3 столбика с одним накидом, воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. И на самый край один столбик с одним накидом. Это оформление края. Первый ряд. Теперь переходим ко второму ряду. 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И теперь над веером делаем такой же веер. Вот здесь 1 воздушная петля. 3 столбика с одним накидом, воздушная петля и 3 столбика с одним накидом.
Далее 6 воздушных петель. И переходим к следующей, к следующему ряду, состоящим из вееров. Вот сюда. И вяжем веер. 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Эта цепочка у нас вот так, в свободном состоянии. Дальше опять 6 воздушных петель. И вяжем следующий веер. Веер над веером. И на краю столбик с одним накидом. Прям так его зацепляю. Теперь провяжем еще один ряд, третий. 3 воздушные петли. Первый ряд, он в раппорт входить не будет, потому что он немножко на другом основании выполнен. Опять вяжем веер. Одна воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли. И сейчас мы выполняем 2 столбика с двумя накидами, разделенные воздушной петлей таким образом. Вот сюда, вот на ряд ниже, вот сюда между этими двумя столбиками захватываем нить и провязываем столбик с двумя накидами. Провязали и захватывая цепочку предыдущего ряда. 1 воздушная петля и еще один столбик с двумя накидами на этом же основании. Вот так мы все захватили. 2 воздушные петли веер. Опять 2 воздушные петли. 2 столбика с двумя накидами на ряд ниже прикрепляем. 1 воздушная петля, еще один столбик с двумя накидами. Две воздушные петли и столбик. И веер. На краю столбик с одним накидом. И далее мы повторяем второй и третий ряды. Вот у нас получается вот такой рисуночек. Для вязания тесьмы нам понадобится 5 дуг. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом в начало. Три воздушные петли. Столбик с одним накидом. Это вторая дуга. Три воздушные петли.
3 воздушные петли, столбик с одним накидом. Всегда можно заменить на цепочку из воздушных петель. В принципе, это как бы объединены две цепочки из воздушных петель. И теперь переходим к первому ряду. 5 воздушных петель. И на первой дуге делаем веер из 3 столбиков с одним накидом. Одна воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Далее 2 воздушные петли. Одну дугу пропускаем и на следующей дуге делаем столбик с 2 накидами. Одна воздушная петля и столбик с 2 накидами на этом же основании. 2 воздушные петли и веер на крайней дуге. Три столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Дальше переходим ко второму ряду. 5 воздушных петель. Разворачиваем вязание и выполняем опять веер. Веер над веером. 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля и 3 столбика с одним накидом. Далее вяжем 6 воздушных петель. И опять над дорожка из веера вяжем веер. А цепочка так и у нас и висит в воздухе. Переходим к следующему ряду, третьему. 5 воздушных петель. Разворачиваемся, веер, 1 воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. Далее 2 воздушные петли. И теперь мы делаем 2 столбика с 2 накидами, разделенные 1 воздушной петлей. Вот на ряд ниже, вот отсюда, с воздушной петли между столбиками. Захватываем столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля и столбик с 2 накидами на этом же основании. Две воздушные петли и веер. И таким образом мы повторяем 2-3 ряды. Итак, мы связали узор, который можно выполнить полотно и тесьмо. Надеюсь, все было понятно. До новых встреч!